Сегодня в Тобольске произошло сразу два ЧП. Утром пожар возник в одном из частных домов в 18-м микрорайоне, а в 11:45 поступило сообщение о возгорании дома на улице Большая Сибирская. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем, но за полчаса удалось его локализовать. Не обошлось без жертв, погибла женщина 1941 года рождения. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц спецтехники и 17 пожарных. Причина возгорания устанавливается. Сотрудники МЧС призывают тобольчан и жителей района быть бдительными. С наступлением холодов количество пожаров, связанных с нарушением устройства эксплуатации печей, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей растет.